Всем привет, с вами я. Сегодня будет интересное видео про сезонных монстрах на разных островах. Погнали. Давайте начнем. Так вот, ХМ. Мы не будем говорить о ритме загробной жизни, крещении луны и заклинании клевера. Первая же виберна, она будет на Янтарном или на Сахабушеском острове к странному дню экологии в апреле. Теперь спорят, он на Огненном Оазисе будет ко дню труда, в мае. Моя теория, если что. Теперь фейерверк, ко дню фейерверков где-то в июне, июле. Сам праздник 4 июля. Гомункул. К неизвестному дню он будет 9-7 июня, разрабы сказали. И возможно эпик вубокс с эпиками двухлентными. Чернига ко дню школы. И нет, это не 1 сентября, а август. У американцев тогда школа начинается, а возможно на эти сезоны добавят дичтеров. А если вы не верите, то к юбилею есть украшение, где точно дата сезонников. Я хотел сказать, где скелетыква? Его нет нигде. Я вернулся к... Где ты был тогда? Значит, ты вернулся на канал? Да.